По слухам, Шерон Стоун не участвует в презентации фильма, потому что она ангажирована вести юбилей Михаила Горбачева. Я думаю, что вам нужно у Горбачева спросить, там ли она вообще. Первому президенту СССР сегодня исполняется 80 лет. Мы сделали уже 99% работы по ее приему, по ее приезду в Москву. И она извинилась и сказала, что по семейным обстоятельствам она не приедет. За Шерон на премьере отдуваются исполнитель главной роли и режиссер картины. Горбачева там мы не заметили на нашей площадке. Смотрите завтра в «Про новостях» подробный репортаж с премьеры фильма.